Спортсмен в синем углу, ему 25 лет, рост 169 сантиметров, профессиональный рекорд. Три боя, три победы. Он представляет Ханты-Мансийский автономный округ Юру, город Сургут. Приветствуйте, Максим Дюбин! И его соперник в красном углу. Ему 21 год, рост 170 сантиметров, профессиональный рекорд. Четыре боя, четыре победы. Он представляет город Новороссийск. В красном углу Эмран Исрафилов. Рефери поединка Герихан Шибилов. Ну что ж, все, что нужно сказано. Теперь оставшийся диалог посредством обмена ударами и другими соответствующими смешанными единоборственными движениями продолжат сами спортсмены. Максим Дюбин, насколько я помню его по нескольким тренировкам, которые мы провели вместе, хорошо борется. Ну и сам факт того, что в его углу находится Дмитрий Сурадеев, говорит о том, что он еще и неплохо боксирует, ну как минимум. Однако это все можно оставить за скобками, потому что любой бой всегда может быть полон неожиданностей. Эмран же Исрафаилов мне так хорошо не знаком, но если он действительно является представителем клуба «Горец», а это уж наверняка, то в базе своей он уже наверняка умеет делать практически все. Единственное, что нельзя назвать, наверное, «Горец» какими-то выдающимися прорывниками, да, вот, но вспомнить хотя бы то, насколько Рашид Магомедов мастерски выходит с любых приемов и огорчает представителей бразильского джиу-джитсу, и сразу мы понимаем, что и в этом компоненте там тоже все хорошо. Борцовская схватка. Не стали долго размениваться ударной техники. Да, и пока у нас мы видим клинч у сетки. Пока что в роли агрессора Исрафилов выглядит, действует. Да, пока это еще не значит очень много, но в любом случае это проба сил. И каждый смотрит, что способен, на что способен его оппонент, где у него есть бреши в обороне. Явных пока, наверное, еще не найдено, но впереди 3 минуты, уж по крайней мере, первого раунда. Захват на корпусе, плечо ниже, чем у Максима, то есть некоторое преимущество есть у Эмрана Исрафаилова, который контролирует плечом и головой сейчас эту ситуацию, оставляя себе возможность работать коленями и свободной левой рукой. Так, упер немножко голову теперь Максим. И выходит все-таки из клинча. Эмран мидл кик, но там больше в локоть, судя по всему, удар пришелся. О, здорово, кстати, с перестановкой сейчас ударил Максим Дюпин. И справа очень здорово попал Исрафилов. Вот так попытка вот, конечно, поймать, кидаться да, вперед, это лишнее. Навстречно попытка гильотины, но здесь а будет тяжело, ли? Да. Давайте посмотрим, нет, если нет, там же круг контролирует обе руки, по сути. Но в любом случае Дюпин это сбивает дыхание, это неприятно. И опять получается... Не получается контролю стены. Уже несколько раз очень эффективно сегодня разрывали захват с ударами бойцы. Нет, здесь решили все-таки поработать у сетки. Мне кажется, кто тут будет более собранный, тот и будет в итоге в этом раунде успешным. Пока это, как мне кажется, Эмран Исрафаилов. Ой-ой-ой, хороший. Да, хороший в селезенке подхватил, казалось бы, Эмран его, но недостаточно, чтобы перевести соперника. Фронт-кик, хай-кик мимо цели.
призывает Дмитрий Шурадеев. Ой-ой-ой, здорово, какой хороший. Какой... Красиво, красиво. В стиле Бекхана Гойгиреева сейчас действовал Максим Дюпин. Да, Максим Дюпин, но единственное, не что, вышел. Единственное, что у нас не всегда оценивается именно красота, больше оценивается эффективность. Но красиво было, безусловно. Зритель это оценил точно. Заканчивается первый раунд. Такой неспешный. Ну, довольно напряженно работает, да. Пока что не такой яркий, да, как хотелось бы нам ожидать. Ну, хотелось бы получать поединок, но не всегда такая... коту масло. Да, не все коту масленица, и не всегда как бы... Не факт, что именно это у нас сейчас основное действие. Возможно, все это затяжная подготовка к взрыву в следующем втором раунде. Ну, сейчас хорошая комбинация с самой концовки от Исрафилова. Он коленом в корпус и затем еще с руки в голову добавил. Да, почему-то в очередной раз забываю оба секунданта стулья. Ну, вот они Исрафилову все-таки... передали его. Да, передали. Затем обратно вернули. Не нужно. Расскажу вам пока в паузе интересный момент. Ведь все причастные помнят, как тогда при той страшной аварии, в которую попал Дмитрий Шурадеев, оживилось все наше спортивное сообщество, консолидировалось, объединилось, и там делали какие-то переводы и прочее. В числе прочего, Дмитрию Шурадееву понадобилось и переливание крови, и там сложнейшие операции были. Так что теперь кровь переливали ту, которая там была в Грозном. То есть теперь можно о нем совершенно смело сказать, что в нем бежит чеченская войнахская кровь. Вот, и он тоже теперь так или иначе всем войнахам тоже свой. Ну и вот его подопечный Максим Дюпин выходит ко второму раунду. Интересно, что Имран Исрафаилов работает в левше. Такие вроде бы размашистые, но при этом довольно жесткие удары. Проверил, было ли попадание в пах. Нет, пожали руки, пошли дальше. Так, здорово, сместился в сторону. Вот, очень приятно, что и в смешанных единоборствах у нас стали хорошо работать со смещением в сторону, с выходом из коридора. И, наверное, немножко подгоняет сейчас сам бокс, который в лице того же, например, Василия Ломаченко, да, или Усика сейчас подсказывает вот эти новые, ну, не новые, да, но новую волну этих действий со смещением в сторону. Все-таки в смешанных единоборствах за боксом всегда следили и все лучшее перенимали. Здесь снова клинч, здесь снова работа в грязном боксе. Ну и до этого клинча было неплохих два попадания в исполнении Исрафилова. Да, пока вот такая вязкая работа у стены. И причем у той самой, того самого промежутка сетки, которого большую часть первого раунда спортсмены работали. Ну, там экран ближе, можно еще и на себя посмотреть. Возможно. Не знаю, других догадок у меня нет. Ну, главный судья там, чтобы он лучше видел. Ну, да. Вот, догадка номер два. Пока решающим элементом остается то, что плечо Эмрана Исрафаилова находится ниже, упирается комфортнее. И головой также хорошо контролирует представительного российска. О, здорово попадает сейчас Исрафилов. Такой, да, сдвоенный левый. Ой-ой-ой, какое жесткое попадание. Казалось бы, просто лоу-кик. Сейчас мидл-кик, правда, в блок, но тем не менее. Даже хай-кик, возможно. Да, хай-кик, конечно. Вот. Ну, в любом случае, вот одиночные такие ногами пока не проходят. И вот снова. Вот мне кажется, сейчас для Эмрана это самое приоритетное действие. Прижимать к сетке и тем
Так, а есть ли гильотина? Давайте посмотрим. Вообще локоть отключен. Если скрутить шею сейчас, да, в сторону, тогда может получиться. Нет, гильотины там не было, так как второй рукой захват не был закрыт. Последний эпизод мы только смогли разглядеть. Да, с вот этого ракурса не было понятно. Но так или иначе, неплохо. Так или иначе, получилось выйти из от стены, отойти. Здорово. По-моему, это прямой даже удар был. С моего ракурса не совсем понятно, но раскидывает ногами Максим Дюпин. Вот на руках немножко подготовить бы. Или наоборот, подготовить ногами, удар руками. Было бы неплохо. И снова к стене, да, без сюрпризов. Имран Исрафилов, приношу извинения. Снова прижимает и контролирует. И тем самым еще, в числе прочего, как бы сбивая дыхание Максима Дюпина. И коленом сейчас отвечает Максим Дюпин. Да, хорошо, но это очень тяжело нанести акцентированно, когда ты находишься у стены спиной. Прижим. Да, разогнаться тяжело. Такой ситуации. Да, получится ли выйти? Так, есть. Здорово, подхват. Казалось бы, можно уже выходить, но нет. Загоняет обратно Имран Исрафилов. И вот этот вот, конечно, положение в кресте, ну, так называется, вот такой захват, борцовский крест. Вот, оно сейчас полностью работает на Имрана Исрафилова. Так, ну, выйдет Максим, вроде бы вышел. Да. На выходе еще колено. Кстати, есть попал, сечка, да, обратите сечка, внимание. Кровь, да. У Имрана, кстати, как ни странно, если я не ошибаюсь. Может быть, вот в этом клинче где-то он что-то пропустил. Возможно, столкнулись головами или что-то еще. Да. Вот такие удары неподготовленные, конечно, очень видны. Попробовать бы спрятать. Здорово. Вот сейчас жесткий, хороший лоу-кик. Есть сечка и у Максима Дюпина. Возможно, это его кровь как раз. Да, вполне возможно. Так или иначе, будет у нас третий раунд. Тяжелый поединок, может быть, не самый зрелищный, да, но здесь такой нерв постоянный нерв. Да, ни у кого не получается сделать что-то, ну, условно, выдающееся, что каждый из них, вероятно, вполне себе умеет. Выбирают надежность. По крайней мере, точно выбирает надежность Имран Исрафилов. И вот эта его работа по прижиманию к сетке и по контролю, грязному боксу, конечно, они сейчас выглядят довольно успешно. Заканчивается перерыв. Идем дальше. Дальше Максиму Дюпину нужно, конечно, делать много. Итак, раунд под номером 3. Парень он сильный, волевой, но пока упускает самое в этом бою ключевое. Ключевое в этом бою пока что было. Это плечо снизу в клинче. Ну, по крайней мере, с того, что я видел большую часть времени в поединке. Есть попадание навстречу. Но он не так и плотно оказался. Так. Где-то вот зацепился за плечо, показалось. И джеб сделать прям плотным. Довольно трудно. Здорово попадает. Еще справа добавляет сейчас Имран Исрафилов, но... Не рвется, он добивает соперника, возможно. Да, и опять вот эта надежная работа. Что упал Дюпин не столько из-за удара, а где-то, может быть, равновесие просто потерял. Да, вполне возможно. Не всегда это легко отличить. Вот, например, когда в классическом боксе учат бить, говорят, что смотри, твоя груша не должна качаться. Она должна находиться на месте. То есть, условно, соперник не должен отлетать от твоих ударов, он должен на месте падать. Вот, удар должен быть хлестким, а если он, в противном случае это просто толчок. Но в судейских записках наверняка это будет отмечено как попадание.
и попадание акцентированное. Нужно что-то предпринимать Максиму для победы. Сейчас самое для этого время, когда, если не сейчас, иначе все вот такой вязкой борьбе и завершится. Попытка подсечки, подхвата. Ну да, подхвата, сам теряет сейчас позицию, за спину заходит. И отдает спину, вот это нехорошо. И вот он сейчас будет растягивать вот этими вот ударами, он будет открывать для себя возможности, Имран Исрафилов. Да, для кстати, обратите внимание, еще закрыл очень хороший захват, в таком бразильском стиле. Тем самым что-то лишая похоже на треугольник на таз, да? Да, треугольник на корпусе, он не очень помогает душить, так скажем, да, но он очень хорошо помогает зафиксироваться. Да, и контролирует за счет этого самого треугольника, за счет этого захвата сейчас Имран Исрафилов. Вот он раз за разом наносит удары. И заставляет здесь, носить на себе сразу двух людей, то есть свое тело и еще его самого, то есть Имрана Исрафилова. Имран, конечно, будет сейчас вот за счет этих ударов, таких не самых тяжелых, но тем не менее, которые просто даже держать позицию, да. Даже если не душить, то в любом... А нет, вот и удушающий. Снимет? Пока снял. Снимает, потому что до конца не подготовил, да. Вот. Еще раз повторю, вот такой захват ногами, он не очень сильно способствует удушению. То есть это скорее про фиксацию, нежели про то, что... Таким образом, многие не помогают растянуть соперника. Почему многие на атаке стараются именно вправить ноги внутрь? И это дает возможность лучше отключить спину того, кого мы душим. Ну, здесь вот одну руку, казалось бы, просунул Имран Исрафилов, но нет. Да, очень упорный, конечно, бой. Очень, как бы это сказать, трудовой. Тяжело обоим спортсменам сейчас приходится. Да, позиционная работа и работа вот в этих, ну нельзя сказать, что мелочах, но в основных контролирующих точках она сейчас за Имраном. И нет ощущения, что он действительно сейчас сильно торопится как-то душить или стараться разбить. Скорее всего, это ему просто не надо. Ну и сейчас тоже вот находясь на спине, вот сзади неплохо попал, кстати, Максим Дюпин, но тем это вряд ли поможет ему, потому что пока что все идет практически в одностороннем порядке. Да, получается защищаться от всех и движений, даже выйти, ничего себе, но 14 да, секунд. Оказаться в доминирующей позиции Максиму Дюпину удалось все-таки. Но вряд ли вот эта концовка такую большую роль будет играть, потому что... Нет, она морально очень важна, но скорее не для этого поединка, а для дальнейшей карьеры спортсмена. Это тоже, но если бы это было, допустим, во втором раунде концовки, да, может быть, на третий раунд какие-то изменения бы произошли. Вот как бывает в футболе, гол в раздевалке, то же самое. Из нас двоих вы ведущий специалист по футболу. Психологически поэтому важно, да, бывает в концовке раунда, чтобы такое удачное действие провести, чтобы доказать самому себе в первую очередь, что да, я могу, и вот уже с последующей. Да, вот она, пара, тренер-ученик Дмитрий Сурадеев, Максим Дюпин. Макс показал себя хорошо. И, я думаю, получил хороший опыт. Ну, а Дмитрий Сурадеев просто один из самых блестящих тренеров Москвы по целому ряду показателей. Уважаемые поклонники смешанных боевых единоборств, в этом поединке по итогам трех раундов единогласным решением судей одержал победу Имран Исрафилов! Наше поздравление Имрану!